Россия вывозит своих граждан из зарубежных стран, так дагестанцы вернулись на родину из Соединенных Штатов Америки. Самолет с нашими соотечественниками прибыл в Махачкалинский аэропорт этой ночью. Среди них 5 уроженцев Дагестана и 3 жителя Чеченской Республики. Только встречали их не родственники, как это обычно бывает, а представители Роспотребнадзора. Ведь домой они попадут не сразу, а будут некоторое время находиться в изоляции под наблюдением медиков. Если выявятся лица с температурой, то будут госпитализированы в инфекционную больницу города Каспийска. Другие лица, которые находятся на борту самолета, им будут вручены постановления об изоляции сроком на 14 дней в условиях обсерватора. На сегодняшний день определен обсерватор «Дельфин» в городе Махачкала. На 10-й день эти лица будут обследованы на коронавирусную инфекцию. Если у них тесты окажутся отрицательные, то они будут выписаны. А если окажутся положительные, то карантин продлевается на 14 дней.